Амич объявил голодовку правительству Омской области. Мужчина требует, чтобы вице-губернатор Станислав Гребенщиков выполнил свое обещание и подключил многоквартирный дом к газопроводу. Здание ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года. С тех пор, по словам жильцов, газ в квартирах так и не появился. 12 декабря главный по дому Сергей Михайловский был на приеме у вице-губернатора, который якобы пообещал решить проблему до Нового года. Результатов пока никаких. Тем временем жители уже пломбировали счетчики за свой счет и заключили 150 договоров на подключение. Доведенный до отчаяния, старший по дому поставил свою машину на парковку перед зданием правительства Омской области, ну и решил отказаться от еды. Управляющая компания мне ответила, что она только завтра будет созваниваться и сверяться с теми данными, сколько наших жителей заключило там договоров. Но если они завтра начнут это только сверять, то газа нам до Нового года явно не видать. Единственный способ приготовить покушать – это электроплиты, либо мультиварки. Но так как у нас дом газифицирован, у нас электропроводка не рассчитана на электроплиты. И мы за этот год сменили две вставки в электрощитовых. Из-за нагрузки у нас начнут гореть проводка в квартирах, счетчики. Мужчина просидел в автомобиле целый день, однако единственный, кто к нему вышел, охранник, который пригрозил, что вызовет полицию. Мы продолжим следить за этой акцией.